Так, гарнизон стражи. Не знаю, что будет, но по идее в розыске. Так, здесь у нас раз, два, три. Он пойдет на что угодно. Бертрам похитил двух коров и теленка моего Шурина. В одночасье его семья потеряла все. Я никогда не стану помогать беженцам после произошедшего. Они все из одного с Бертрамом теста, как один беспринципные негодяи. Капитан Роланд. Только подумать, нам пришлось разбить здесь лагерь из-за какого-то упрямого разбойника. Бертрам ни перед чем не остановится, чтобы нагнать страху на деревенщин. Но вот со стражей столкнуться совсем другое дело. Видите пещеру на севере? Он там окопался. Уже 3 дня прошло, а он не сдается. Бертрам знает, что ему конец, но при этом продолжает защищать свое логово с таким упорством, что нам остается лишь ждать, пока он издохнет от голода. Вот почему мне нужны наемники. Он вас не знает, может даже впустить вас. Пустит вас, если решит, что убедит вас помочь ему. А как только вы войдете в доверие, то сможете его добить для нас. Мы щедро за это заплатим, обещаю. Так, награда 125 и 20. Так, ну, принимаем, а там посмотрим. Так, вот у нас здесь есть. Заперто, золотой ключ нужно. У нас нет золотого ключа. Я думал, это у нас крутые ключи, а у нас еще золотые есть. Окей, так, больше ничего нету. Так, хорошо. Вы получили письмо с печатью барона. Вы вынуждены клиенту на Газенбергском пограничье. Так, сейчас на нас нападут. Короче, когда мы выйдем, значит, нас нападут. Так, и у нас что-то было тут. Тайная мудрость. Вот, преступность и хаос. Новая миссия. Так, 4-й уровень доступа к черному рынку и его агентам. Окей, часы, проведенные в розыске. В принципе, можно прокачивать. По чуть-чуть. Так, тут у нас 3. Тоже золотой ключ требуется. Причем так спрятан вообще. Практически не видно, что здесь что-то есть. Бертрам Лайн. Мне очень жаль, что приходится давить на фермеров. Но у нас нет других вариантов. Тиоренцы отказываются нанимать нас или делиться с нами припасами. Еленан. А ведь всего 4 года назад мы с Бертрамом пасли волов. Как будто целая вечность прошла. Бертрам. А, наемники. Фергас прислал вас нам на помощь. Романд нанял вас убить меня? Умоляю, не делайте этого. Мы сами не рады вымогать у фермеров их пожитки. Знаете ли, у нас нет выбора, если мы хотим выжить. Романду придется умереть. Я заплачу вам столько же. Нет, больше. А вы совершите благое дело. Когда его не станет, некому будет защищать тело тренских фермеров, и нам больше не придется заставлять их делиться с нами припасами. Убейте капитана, это единственный выход. Убить разбойника Бертрама для капитана Роланда. Принять. Согласиться убить капитана Роланда для Бертрама. Так, надо подумать. Охота за головами. Как бы логичнее, конечно, убить его, если они нападают на фермеров. Там лучница. Так, либо капитана. Не, наверное, тебя. Так, 2 хулигана и 2 браконьера. И Бертрам вожак. Давай-ка подумаю. Согласиться убить капитана Роланда для Бертрама. Окей. Но не факт, что мы это сделаем. Так, мы сейчас выйдем, сейчас на нас нападут. Черт. Вы разыскиваете заряд преступлений. Мы вас не пропустим, пока не уплатите штрафы. Ничего личного, просто выполняю свою работу. Так, вас разыскивают за следующее преступление. Краденные предметы на руках 74, воровство в области Тилгренская, Тилтренская, лицопилка 40, воровство в области Тромкап. Овчарня старого Вильберта. Требует 194. Сдать все награбленное, включая снаряжение. Так, ну снаряжения у нас вроде нету. Сражаться, розыск 100. Так, ну их слишком много, чтобы сражаться.
А вернуть мы, в принципе, вернем древесину, ключ. А и, наверное, золото тоже. Предметы. Допустим, вернуть, хорошо. Так, деньги у нас не забрали. Вы разыскиваете заряд преступления. Мы вас не пропустим, пока не уплатят штрафы. Ничего личного, просто выполняем свою работу. Так, обвинить. Нам нечем заплатить. Один из ваших спутников вытянул жребий, принял вину на себя и отправится в тюрьму. Ага. Нет, так плохо. Сражаться тоже плохо. Так, ну просто попробуем. Эй, уходи. Сейчас, конечно, попробуем, но мы загрузимся. Пони выдает стражи. Пони отдали. Теперь пристанище этого спутника – Тилтренская тюрьма. Если хотите вновь увидеть своего друга, заплатите его штраф. А до тех пор не морайте руки, не желая больше вас слушать. Тилтренская тюрьма. А мы теперь через shift не можем. А у нас перегруз. Что надо? Уже все забрали. Так, нет, мы загрузимся. Так, загрузить. Так, у меня от них не избавиться никуда. Как нам поступить? А, нет, это слишком далеко. Это слишком далеко. Мы, в принципе, должны быть где-то здесь рядышком. Да, отлично. Это место мне больше нравится. Письмо. Есть ли у нас это письмо? Так, те вроде нас не бегут. Так, заходим опять сюда. Разговариваем зачем-то с ним. Разговариваем с этим. Капитан, бла-бла-бла. Так, ну здесь то же самое дается. Я просто хотел посмотреть, сколько здесь у нас будет врагов. Если 3, то окей. Потому что там их 5. Так, ну опять просто так со всеми разговариваем. Куда-то этот диалог потом чтется. Так, дает он все то же самое. Принимаем. Здесь у нас 4 плюс Бертрам. Бертрам нанял вас убить нас? Погодите, вы не понимаете. Этот человек не какой-то там бедный беженец. Он запугивает местных фермеров и ворует их урожай. По нему могила плачет. Я заплачу вам за его смерть. Так, принять. Убить капитана. Так, а что будет? Здесь у нас получается 2 пехотинца, фалангист и капитан. Уровень 2. Принять. Так, будем бегать. Не, логичнее этих убить. Логичнее. Роунд нанял вас убить меня. Роунду придется умереть. Я заплачу вам столько же, нет, больше. То же самое, короче. Нет, нападаем. Ладно, их тут больше, но уровень 1. Так будет правильно. Так, браконьер. Она не легкий, да, уровень 1. Так, надо как-то их разделить. Здесь у нас лучник. Боец с этим пойдет. На каждого по одному. Лучница здесь пускай стоит. Головорез. Так, мы по-другому сделаем. Где у нас этот разрушитель? Будет один против двух драться. В принципе, у него получится. А эти против троих. Первого надо убить Бертрама. Ну, или вовлечь его. Нет, боец всегда наносит критические удары. Лидерская агрессия. Не вовлечен бой. Так, ну сейчас будет вовлечен бой. Так, и что мы еще можем? В принципе, пока нет смысла ничего делать. Можем забивающий удар сделать. Поэтому тратить пока не будем. Так, головорез со спины можно его убить.
не получится. Спины не получится. Ну, можно просто его убить. Этот будет ауешить по ним. Так, а тут лучник надо. Ай-яй, я на один нажал. Благо, не включилось. Так, мы не сможем к лучнику подойти. Ну ладно, бьем тогда так. Так и так. И подходим к лучнику, но он, правда, не увлечен в бой. Это немножко плохо. Все равно по нам выстрелит. Так, лучница. Сюда не дойдет, сюда не дойдет. И хорошо бы стоять рядом с союзниками. Но не получается. Так, воодушевление. В этого мы, наверное, не попадем. 47%. Нет. Не будем делать, что воодушевление сделаем. Так, ну здесь уже, в принципе, все просто. Так, опыта нам, в принципе, так же дают, что за первый уровень, что за второго. То есть там было 59 давали, когда против шестерых дрались. Так что, наверное, пока, наверное, на первых этапах лучше бить слабеньких просто. В принципе, но все равно эта судьба растет. Сейчас или будет 100, что-то случится. Вот-то будет, чтобы продолжить проходить сценарий, исследовать регионы или заплатить информатору за сведения. Так, главное, это мы забираем. Ткань. Мастерский дублет, уровень 1. А у нас еще есть уровень у шмоток. Это дублет ручной работы белерионского мастера. Техника плетения похожа на то, что используется для парусов лодок. В результате эта броня достаточно стойка к износу и плохой погоде. Броня плюс 14, движение плюс 2. Легкая броня. Это нашим доступен слой брони. По слою я пока еще ничего не знаю. Так, сколько у тебя? 13, 20... 2,9. В принципе, можно, да, чинить. Так, этих мы заберем, сейчас покушаем. Капитан Роланд. Значит, Бертрам мертв. Мои люди и славные граждане Тилтрена будут рады узнать об этом. Ваша храбрость и верность нашему делу похвальны. Вот награда, обещанная мне госпожой и мэром. Вы ее заслужили. Прощайте. Принять. Так, кроны 100, влияние 25, судьба Тилтрена 20. Деревенским жителям больше не придется бояться Белтрана. Или чего? Да, Бертрама. Так, хорошо. Изучить. О, золотой ключ. Так, а можно там использовать? Или здесь? Вернуться сможем же? Так, надо покушать. Надо что-нибудь покушать. Заплатить. Отлично, у нас хватает. Давайте, беженцев ждет вас обещающего, но есть для вас важное сообщение. Вот туда мы будем продвигаться. Так, так, так. Золотой ключ. Сейчас мы посмотрим, куда его использовать. Какому-нибудь головорезу надо отдать одежду. Пуник разбойника уровень 1. Пермские лохмотья. Так, вот, наверное, тебе. Головорез 2. Либо сначала у нас первый помощнее. Так, критический урон минус, но есть движение плюс 2. Здесь тоже движение плюс 2. Брони только больше. Так, тогда, наверное, тебе дадим. А это мы
продадим. Так, сохраним. Сейчас мы посмотрим, что у нас в этом сундуке. 10 кроны, мастерская кирка. Это умело сработанная кирка, способна добывать самоцветы, не повреждая их. Бонус отряд дает шанс получить предметы хорошего качества при добыче из месторождений. Аксессуар рюкзака. Так, хорошо. Это мы поняли. Теперь посмотрим, что у нас там было. Ну, по логике должно быть то же самое. Потому что ключ один, а сундука два. Но если вдруг будет что-то другое. Так, что-то другое. Железная руда. Из железной руды можно изготовить оружие, броню и элементы зданий. Рубин. Этот предмет можно продать. Рубин символизирует пламя и кровь. Он связан с храбростью и любовью. За 28 крон. Сапфир. Этот предмет можно продать. Сапфир символизирует мир и покой. Суеверные богачи наносят такие камни, чтобы отгонять неудачу. Так, ну, выбор очевиден. Выбор очевиден. По-любому лучше аксессуар взять. Хотя мы сейчас проверим один разок. Да, все то же самое. Просто я думал, вдруг там рандом внутри. Но нет. Все фиксировано. Так что мы заберем аксессуар. Как раз у нас этот горник есть. Где он у нас? Вот этот у нас есть. Шахтер. Так, украшенная туника. А вот здесь уже у нас другое. Предыдущий владелец этой туники не скупился на украшение. Движение произвело критический удар, плюс 3, броня. И шелковая перчатка. Изысканный материал и покрой этой перчатки делают ее идеальной. Для элегантной пощечины сопернику. Безделушка. Так, это мне уже не нравится. Это мне не нравится. Придется много раз загружаться, чтобы получить обратно тот аксессуар. Там у нас не рандом, а здесь у нас рандом. Так, полные доспехи, уровень 3. Движение минус 2. Смазка. Смазка используется для создания факелов, весьма удобных для путешествий во тьме. Пластины этой брони покрашены для защиты от дождя. Так, нет, я хотел то, что было первый раз. Что-нибудь для шахты. Ну или другой какой-нибудь аксессуар. Это как-то совсем ни о чем. Укрепленный тренировочный баклер. Похоже, владелец не смог позволить себе настоящий щит, и вместо этого просто укрепил свой тренировочный баклер. Оборона плюс 13%, броня плюс 9%. Так, а у нас сколько там идет? Броня плюс 2, оборона 13%. 10%. Броня 2. Это, конечно, лучше, третий уровень, синенький. Но нет. Не знаю, сколько это времени займет. Хотелось бы что-нибудь ценное. Все-таки у нас не так много золотых ключей. Половник. В полевой кухне половники используются для всего подряд. От отмеривания ингредиентов до подачи порций. Это верные спутники любого повара. Бонус отряд дает шанс вернуть часть ресурсов, использованных в приготовке. Серебряная брошь. Маленькие элегантные украшения, подходящие любому человеку с изысканным вкусом. Так, нет. Половник нам не нужен. Так, сейчас еще раз наверх один раз зайдем. Там опять у нас будет рубин. Потому что здесь меняется, а там, походу, не меняется. Интересно, почему нет? Здесь почему-то нет. Ладно, может еще парочку раз зайдем, может все-таки что-то ценное будем. Тут в первый это был нормальный, то есть как раз-таки в шахте хорошо было бы что-нибудь добывать. Стилет. Это оружие можно спрятать в складках плаща или в рукаве, чтобы нанести удар в последний момент. Критический удар плюс 5, аксессуар пояса. Кстати, вот это уже не так уж и плохо, если его дать головорезу. Тут крит хороший. Блин, у него еще дуэлянт идет.
критический удар и критический урон повышаются на 5% при экипировке одноручного оружия. Так, возможно, мы это возьмем. А у нас кто? Вор. Вор. Так, ну даже не знаю. Да, мы его оставим. Песчаник и 12 крон. Да, в принципе, это нас устраивает. Теперь у нас головорез один будет такой помега критовик. В принципе, 24% шанс крита. Если он еще со спины заходит. Этим можно критануть хорошо. Оружие нам главное поменять бы какое-нибудь. Получше взять. Уровень и цвет. Еще какая-то звездочка у нас идет. Одна звезда, здесь у нас нет звезд. Здесь тоже нет звезд. Так, и что мы еще, кстати, снарядили головореза. Доступен слой брони. Но нам туда, видимо, нечего снарядить. Так, попробуем ошейник единства. Может, все-таки что-то это будет связано. Может, к нам реально пони будет подходить. Непонятно, зачем ему навыки, если он не дерется с нами. Его еще прокачивать можно. Специализация уровень 2, 3, 4, 5, 3, 5, 7, 9. Может быть, просто пока что нельзя. То есть в раннем доступе. Так, с этим поторгуемся, продадим ему лохмотья. Так, а можно, в принципе, и напасть. Что у него есть? Стальной двуручный меч рыцаря. На рукояти этого меча видна печать стражи. Отступает и атакует по прямой. Так, ну это не очень хорошо, на самом деле. Ценный туник разбойника. Движение плюс 2. Легкая броня. Вот это можно было бы взять. Украсть, наверное, не получится. Вы в розыске, да. Так, ну можно напасть. Сейчас тогда мы сохраним, посмотрим, получится у нас их убить или нет. Их пятеро, по сути. Уровень только непонятен. А вот теперь понятно. А их шестеро. Гражданский. Ну, это, в принципе, от него толку не будет. Наемный убийца 3 и разоритель. Уровень 2. Так, лучше, конечно, найти уровень 1. Там впереди еще были. Так, здесь можно рыбу половить. Кстати, показывается по карте? Нет, по карте не показывается. Сейчас какой-нибудь карп выловим. Капитан Лучниц получает черту рыбак подмастерья. Так, что это нам даст? Надо посмотреть. Воля плюс 1, критический удар плюс 2. Ну, видимо, у нас воля была плюс 1. Передали плюс 2 крита. Здесь тоже плюс 2 крита. Так, а здесь у нас, не знаю, что там было, наверное, крит у нас был плюс 1, потом дали еще плюс 2. Походу всем дают крит. Так, может изучать чертежи. Создавать и улучшать лагерное оборудование в лагерной мастерской. Улучшать лагерное оборудование уровня подмастерья. Ладно. 2% криту. Причем это к урону, шансу нанести крит. Так, мы перегружены почему-то. Хватает совсем чуть-чуть. Карп 1 килограмм. Серьезно? Так, можно что-нибудь приготовить из нее. У нас соль. А, ну, мы загружались. Подумал, что мы все уже отдали к страже. Так, нет, мы не можем ничего приготовить, надо сначала это выучить. У нас нету знаний. Тогда мы просто это съедим.
просто съедим. Так, попробуем на этих напасть. Если они легкие. Уровень 3. Нет, это будет еще хуже. Двуручный молот легиона, стиганка легиона. Так, на третий уровень мы не будем нападать. Ладно, пойдем сюда, выполним контракт. Это у нас, по-моему, второй контракт. Так, средний. Отправиться на гробницу Гозенберга для встречи с клиентом. Это, по-моему, это у нас и не контракт. Какое-то задание у нас. Так, а это просто битва. Вот туда, видимо, надо. Так, ладно, уровень 1, уровень 2, кабаны 8. Если мы можем на этих напасть, либо на этих. Кабаны у них, по-моему, по 17 хп, но они без брони. Так, да, нападем на кабанов. А, союзники нам 2 только дадутся. И здесь 2. Ну, ладно. Побьем кабанов. Потом, если что, и на тех нападем. Так, барконьеры. Лучница, наверное, нет, сюда не надо. Так, мы их тоже можем расставлять. Так, и у нас здесь еще 4. Где 8? 4. 3. Где еще один? Что-то как-то и не видно. Ладно, в любом случае, пускай они сами к нам подходят. Первый у нас пойдет. Наверное, разрушитель пойдет сюда. Встанет сразу, подумает, несет урон. Головорез потом подойдет. Как-то так. Браконьера убьют эти. Ну и ладно. Так, можно ударить, кого-нибудь добить. Ярость. Так, про это я забыл. Урон следующей атаки повышается на 50%. Так, дружественное животное, этому бойцу дается ярость. То есть, по идее, те тоже получили ярость. Да, то есть, области никакой нет. Я надеюсь, в капкан кто-нибудь там попадет. Так, можем отойти. Так, головорез, кого этого ударить хорошо было бы сзади. Так не получится. Так, у нас кто ходит? Те, которые там. Ладно, два головореза сюда пойдут. Этого кабана прибьют. Так, огонь можно кинуть. А мы с этим деремся, мы кинем к него. Нет, нельзя. Так, теперь пойдет второй головорез. Сюда встанет. Ярость. Это очевидно. Можно, в принципе, а лучше сзади это использовать, что все-таки два тратим. Так, встанем сюда, наверное. Так, ну это хулиган не направо побежит, будет хорошо. Если вниз, то не очень. Так, используем лучницу, в принципе, это тоже, наверное, учитывается. Должны учитываться. Нет, по ноль. Они не наши. Так, надо было сначала посмотреть. Ладно, это плохо, и мы теперь ни до кого не достаем.
хотя бы плюс один дали. То есть только наши союзники учитываются. Так, это мы используем. Наверное, по всем не попадет. Да, не попадает. К сожалению. Сейчас поближе подойти. Он все равно не попадет. Поэтому попадет, поэтому нет. То есть 0.5 учитывается, но только в сторону цели. Хотя нет, почему так учитывается? Посмотрим, может попадет по всем. Нет, только поэтому. Видимо, радиус такой нельзя делать. Так, хорошо. Хорошо. Дарим этого. Так, теперь. Двое ходит, потом один наш. Надо лучницы, наверное, походить. Не добежит. Просто чтобы получить очки доблести дополнительные. Хотя, в принципе, они уже не так нужны. Надо просто бить. Да и все. Так, там ловушка у нас. Отбросим. Да, просто урон нанесем. Бросить ее невозможно. Его, кабана. Так, ну теперь дело пойдет. Головорез может дойти. Так, не хочется мне вставать в ловушку. Вообще не хочется. Так, ладно, подбежим. Так, это нет смысла подбегать. Сюда, там у нас один остался. Так, ладно, бежим в ловушку. Так, он не дотянет. А, в принципе, можем отражение не так делать. То есть нам просто не дается дополнительный, если мы не в бою. Окей. Так, кто у нас будет ходить? Ты, значит, тебя мы убиваем. Так, теперь будешь ходить ты. Тебя мы тоже убиваем. Так, и теперь нам надо этого убить. Так, отлично. Нет, чинить мы, наверное, не будем, потому что мы не так много потеряли. По 5 всего лишь. Так, останки, животные останки. Сейчас опять перегруз будет. К сожалению. Свинина, толстый и жирный кусок свинины. Идеальный клык. Вот, кстати, клыки у нас только деньги стоят. Так, используются следопытами в качестве валюты. Кожа. Все, забираем. Так, теперь на вас нападаем. Если мы вас догоним, мы их не можем догнать.
не догнать. Так, приготовить мы пока ничего не сможем. Так, останки надо использовать. Так, все равно у нас перегруз. Так, это мы как валюту ставим куда-нибудь вниз, ее уберем. Так, наверное, да, все-таки придется сырье использовать. Так и быть. Ну, а потом, когда получим знания, надо все-таки, наверное, прокачать вес. Побольше можно было тащить. Ладно, дойдем до... А, вот они, в принципе, далеко не ушли.